Уважаемые друзья, здравствуйте. По просьбам я снимаю зеленоплодный томат, зеленый тюльпан. Вот так он выглядит у меня. Ну, в общем, как и все первые кисти, вот такой слонопотам. Грамм 400, наверное, в нем веса будет. И томат еще зеленый. Как я проверяю готовность томата? Вот, во-первых, он очень плотный. Ну, как это говорят, зеленый как бубен. Вот в самом деле он такой, очень, ну, как бы зеленый. А когда он начнет поспевать, вот он бланжевеет такой, белого у него цвета становится побольше. И он на ощупь становится более-менее такой, ну, податливый. А когда он совсем будет уже готовый, на нем появятся розовые полосы. Ну, такие проблики розовые. И вот тогда этот томат будет готов. А, значит, томат совершенно не капризный. Вот растет себе, все он вяжет прекрасно. Вот нижняя кисть вся вот завязана. А потом у меня перерыв, потому что не перерыв кисти, она есть. Вот она тоже тут вяжет. Ну, где, покажись. У меня просто здесь... Было все очень густо посажено, и много было листвы. Вот после того, как я ее обрезала, дала просвет растению, и вот этот кисть у меня какая-то, третья, у меня все третьи кисти попали в июньский холод. И очень много самопронормировались. То есть, сейчас я покажу. На камеру, видите, они сбросили у меня цветы с кисти. Вот есть завязи. Ну, половина, это вот две штуки, две, три. Три завязаны, а два цветочка сброшены. А вот последующие кисти, вот, которые сюда, они вот полноценные. Ну, то есть, где-то третью кисть я потеряла от морозов, которые были в начале июня. У нас было очень холодно. 1 июня, ровно месяц назад, мы уезжали в отпуск, было плюс 2 градуса тепла. И вот вязали эти верхушечки были, и вот они пострадали от холода. А, значит, я тут думала, что у меня есть пересорт с выпуском томатной пасты. Оказывается, вот они тут рядом висят. Но все равно не знаю я, что это выпуск или не выпуск пасты. Ни одного томата пока на нем не завязано. Ну, в смысле, не нарощено. Вот есть какие-то завязи такие замершие. Тронутся они в рост, не тронутся. Ну, в общем, не до томат. Не получился он у меня. А вот эти два огроменные, которые к тонкому стволу прилипли, я подумала, что это бочки, которые, значит, выдает пересорт. А это оказался томат, томатный дворик называется. Томат народной селекции. Просто они настолько тут близко у меня скомпоновали, что я их перепутала друг с другом. Вот два ствола идут вместе. Вот, томатный дворик. Это второй плод. Плоды тоже самые очень большие. Очень большие. Ну и они и здесь будут большими, потому что это крупноплодный томат. Вот для любителей крупных плодов. Вот я его попробовала, ни разу не выращивала. Томатный дворик мне достался в подарок. А все подарки, которые люди от чистого сердца дарят, я, значит, всегда высаживаю. Вот, и пробую, что из этого получится. Ну, для любителей крупноплодов, да, будет хороший товар. Ну, раз уж я в этот куст зашла, то не могу вам показать созревшего сержанта желтого. Вот, налился он весь. У меня он сидит на самом солнечном месте. Вот все антоцианы я старалась посадить на самое-самое солнце. Вот. Он такой вот прозрачный. Очень похож мне на лебединую песню. Прям такой белый. Какой-то белый, прям вот звонкий. Не такой, чтобы желтый-желтый, насыщенный. И вот у него антоцианчика прям чуть-чуть. Как будто его так тут поприсыпали. Вот. Это томат сержант желтый. Значит, в первой кисти она у меня обломилась. Видите, я тут ее пыталась в люльку поставить, но ничего из этого не вышло. Поэтому сегодня я их обрежу. А дальше он тоже у меня вот формирует. Вот кисть висит. Вот, и кисти большие. Видите, высокие, ну, такие вот длинные. И на них вот
по где-то по 5 томатов вяжется сразу. Ой, уйди, пожалуйста. По 5 томатов сразу вяжется, еще 5 замершие. Ну, вот эти надо снимать, тогда тронутся в рост другие томаты. Так, и я постараюсь снять еще видео на целинном огороде. У меня там тоже растет томаты-тюльпаны. Тюльпан розовый. Если я его найду, обязательно покажу. И тюльпан зеленый. Тюльпан зеленый уже совершенно в завязи. Есть завязи на нем, поэтому я его видела. Он у меня опознан. Так, на этом, товарищи, мои уважаемые подписчики, я заканчиваю. И сейчас пройду, сниму еще одно видео по поводу цветливости томатов. Вот, но это уже будет отдельная тема, чтобы не утомлять ваше зрение и ваш слух. Спасибо большое, что были со мной. До свидания.